Около 6 тысяч жителей Еврейской автономной области владеют огнестрельным оружием. В пользовании у них находится порядка 11 тысяч единиц оружия. Все они зарегистрированы в Центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по ЯО. На регулярной основе с ними проводится соответствующая работа. Проверяются образцы вооружения и боеприпасы, места их хранения и уровень безопасности. Нам поставлена задача проверить всех владельцев оружия по месту жительства на предмет сохранности и правильного использования. В результате данной работы было выявлено 128 административных протоколов, из оборота изъято 88 единиц оружия, 456 штук боеприпасов. Для предотвращения возбуждения уголовных и административных дел гражданам, владеющим незарегистрированным оружием, предлагается сдать его в добровольном порядке за вознаграждение. За одну единицу гладкоствольного оружия предусматривается выплата 2000 рублей, нарезного 3000. В ходе недавно прошедшей антитеррористической комиссии в правительстве ЕАО глава региона подчеркнул, что данная работа должна быть активизирована. Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия способствует снижению уровня преступности. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.